А чей это хвост там? А чей это хвост так виляет? Рыжика? Че так смотришь? Рыжик. Ох, и деловой ты. Это кто такой? Кто такой деловой? Кто такой деловой? Это кто такой тут развалился? Кто это? Кто это такой? Что за собака? Что за собака так развалилась тут? А чей это пятак? Пятак, чей это? Это что за собака такая, а? Это что за собака такая? Ох, и собака. Ну, хватит. Ты собака, собака, собака. Ты собака? Или нет? А чей это пятак такой? Чей это пятачок такой? Ох, и собака. Самая лучшая собака в мире. Самая лучшая собака в мире. Чё это пятачочек? Чё это пятачочек такой красивый пятак? Чё это такой пятак? Слышь, Рыжик, какие новости идут. Ричард Бернс глубоко убежден, что НАТО в случае полномасштабного столкновения с Россией не продержится, внимание, и недели. А у самой Великобритании попросту нечего противопоставить российским крылатым и баллистическим ракетам. Два зарядка. Рыжик. Рыжик, ты прижился уже на диванчике. А? Ты прижился уже на диванчике, Рыжик. Ах, Рыжик. Хороший собака. Рыжик хороший собака. Рыжик очень хороший собака. Скажи, я хороший песик. Не надо меня оскорблять в комментариях. Я не хомячу, а кушаю, скажи. Что за слово хомячу? Да, это там одна тетя написала про тебя, что ты хомячишь. Не кушаешь, а хомячишь. Просто удивительно такое написать Рыжику нашему. Красавчику Рыжику такое написать. Просто безобразие.
Это возмутительно. Это возмутительно, блядь. Скажи, Рыжик. Скажи ей сам. Это возмутительно, скажи. Что это такое? Как она посмела так сказать? Как она посмела такое сказать? Нашему Рыжику. Да, Рыжик. Совсем не следят за словечками своими, скажи, да? Эх, люди, что вы за люди? Что вы за люди такие, скажи? Я собака, и то веду себя порядочно. Собачье сердце мы с ним смотрели. Ну что там? Уже три раза. Нет, два раза уже его от этих тараканов, клещей обрабатывал. А все равно что тут чешется. Тетя Резика, ты что там там? Что там, чешется что ли? Это что ж, блядь, такое? Что ж такое? Ну, рассказывай. Машки свесил. Вот руку сейчас положу. Смотрите, будет ныс с носом. Вот видите? Поднимает руку носом. Но. Чтоб гладил. Зеваешь. На секунду буквально товарищи зрители скажу, все эти люди, которых вы видите прямо сейчас на ваших экранах, это герои. Все эти люди, освободители Мариуполя, будут представлены. Рыжик, все говорят, что ты не уличная собака. Уличная собака такой не бывает, мол такой хороший. Ведешь себя как домашний песик. Слышь, что говорят они? Рыжик. Хорошо, мол, ведет Рыжик себя дома как. Рыжик Джанчик. Ну смотри, что ж там так. Ну-ка дай его. Неужели их нельзя это ликвидировать, этих блох? А может, тебе кажется, Рыжик, может, у тебя невроз? Ну, вот у него гречки еще много. Да это и моя, и его гречка, какая разница? Смотрите, какой навар получается. От куриных спинок. Рыжик Джанчик, золотой. Не проголодался еще? Да нет, еще рановато, только ел. Ах, Рыжик.
Ох, Ризик. Ох, Ризик. Ох, Ризик. Ох, Ризик. У нас сегодня дождь был. Вчера тоже. Он два дома строится. Один, видите, когда я приехал, там еще стекол не было, сейчас полностью до конца застекленный. Рядом уже тоже скоро доделают. Спи, 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 Ризик. Спи. Да спи, да спи. Спи, мой золотой. Ризик и Джанчик. Рыжик, а ты смог бы меня укусить? Да так сильно, так смачно. Смог бы меня укусить, Рыжик? А? Нет? Нет? Или смог бы? Рыжик. Рыжик, ты... Ну, что скажешь? Прыгай. Ризик, Ризик. Ризик, Ризик. Это гречка наша с тобой. Угу. Давай, иди на свой шканарь. Побаловали с тобой сегодня души. Давай, иди на шканарь свой. Ага. Да здесь, Ризик. Ты умная собака. Ты умная собачка какая. Ты умная собачка. Ризик и Джанчик. Ризик и Джанчик, ты мой золотой. Да ты. Вот, 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 дедочек. Воротничок твой поправить надо, да? Воротничок. Вот какой воротничок у него. Угу. Ладно. Будешь кушать? Попозже? Окейно. Окейно. Ну все, отдыхай, отдыхай.
Да, мы послушаем российской цели расширить свой контроль.